Мисс Якутия 2011 Олеся Кондакова-Захарова вошла в топ-30 красивейших девушек мира на международном конкурсе в КНР. Конкурс красоты и таланта прошел в китайском городе Шэньчжэнь с 16 октября по 7 ноября. За победу боролись представительницы 62 стран мира. На конкурсе талантов якутянка покорила жюри, сыграв на хамусе. Кроме этого, Олеся выступила в национальном костюме стерх. Победила девочка из Финляндии, но опять же у нас есть, ну как бы топ-5, то есть 4 девочки у нас получают номинации вице, где попала как раз таки Сибирь. Девочка тоже очень достойная, во многих показах участвует. Все приехавшие девушки в основном это те, которые прошли очень долгий путь, то есть на каких-то международных конкурсах до этого.